Их здесь уже как минимум три. Ого! Нифига себе! Всем привет! Хороший день для рыбалки. Сегодня я снова буду ловить на этой микроречке, но не отпускает она меня, потому что клюет щука хорошего размера. И рыба, главное, здесь очень сильная. Я буду сегодня не один, а с Серегой. Но сами все увидите. Ну что, погнали? Ну вот, я на месте. Вокруг просто красота. Смотрите на эту красивую очень микроречку. Я не один, а с Серегой. С ним впервые на рыбалке. Сошла, да? О, уже прикольно. Будем надеяться, что сегодня будет клевать активная щука. Очень прям хочется. Места просто, как видно, сказочные. Прям находишься здесь, удовольствие получаешь невероятное. Единственное, в этот раз я решил поэкспериментировать и уже взял с собой новый спиннинг до 10 грамм. Nord Stream AD2. Я в том году уже ловил на подобный, но единственное до 18 грамм. А здесь уже до 10 грамм. И рост 2 метра. Это 662 модель. Больше спиннинг ориентирован. Ну, я почитал, посмотрел видеообзоры. Именно под воблера, под колебалки. Под джиг. Не лучшая его сторона. Но сегодня я хочу и на джиг половить. Посмотрим, почему не лучшая сторона. Поставил я миношку. Цурибита Мино 80 размере. Твичит очень хорошо. Неожиданно, на самом деле, даже с таким тестом. Рукоять здесь также скелетон. Ева. Очень коротенький спиннинг. Будем ждать первой поклевки. Но пока только гарнир к щуке. Вот такой у меня воблерок. Цурибита Мино. Покусанный уже конкретно. Нейтральная плавучесть у него, то есть СП-шка. Этому воблеру уже года два. Ловлю на него исправно щуку. Ну, именно по мелким речушкам и ручьям. Есть, кстати, еще точно такой же эска. Я на него ранее жереха ловил. Так, где моя щука? Хочу первую поклевку. Потому что сейчас время 9 часов. По идее, должно на силикон брать. Только потом уже на воблера выйдет. Чем еще удобен вот такой коротыш по таким рекам. Просто посмотрите, вот так просто стою на обрыве и просто вниз спиннинг держу и свободно кистью твичу. Очень комфортно. Только, увы, пока толку от этого нет. Мне кажется, активности просто нет еще у щуки. Рано или поздно она точно должна появиться. По крайней мере, я так хочу, надеюсь. Или она клюет сейчас на джиг. А я не то и предлагаю. Сейчас еще одно местечко проведу, если нет, ничего на воблер. Тогда сменю приманку. И мне просто интересно, какая будет дуга у этого спиннинга, когда возьмет первая щука. Очень интересно. А то, что она сегодня возьмет, я прям уверен на все 100%. Главное, чтобы только было хорошего размера. Ау! О, поймал! Но это не наш размер. Наш размер килограммы выше. Так, какую поставить бы приманку, а? Вечная проблема. На самом деле, давай также начну с фета и 4 грамма. Мне пишут, что я не говорю, сколько я ставлю. Вроде всегда говорю. Пишите в комментариях, если я о чем-то забываю сказать. Потому что вот вся рыбалка состоит из мелочей, как по сути любое дело. Почему 4 грамма я ставлю здесь? Так как здесь течение, но глубина совсем небольшая. Мне нужно добиться максимально, чтобы дольше планировал приманка. 5 грамм это действительно здесь много, а вот 4 идеально. Но если сделать слишком мелкий вес, она просто будет парусить и все места мимо будет. Поэтому нужно вот этот баланс вычислить. Есть, наконец-то.
И вот она, первая щука. Не крупная. Ну, наконец-то выждал. Тихо, 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 тихо. Сейчас же отпущу. Посмотрите, в сетке была. Ну, как была чуйка, что она здесь будет. Такая, грамм, наверное, 300. Не крупная, но приятно. Я бы даже сказал бы, очень приятно. Выви. Вода чистая, как поплыла. Много сегодня перебирал и сработал фет. 3 дюйма. Ну как спиннинг, вязал щуку даже такого размера. Аж интересно стало, что он будет делать с головлем. Ах, снова поклевка была. Есть тут еще кто-то. Время 11 часов. Прям как по расписанию. Теперь мне интересно, как спиннинг себя проявит на более крупной щуке. То есть такая килограмм, полтора. Мне кажется, в баранку свернется. Но самое главное пробить строй спиннинга среднебыстрый. За счет этого щука вяжется просто отлично. Я уже, наверное, неоднократно это говорил и повторюсь. Стоп, поклевка какая, а? Подтяжка. Их здесь уже как минимум 3. И вот сегодня, в принципе, я хочу искать вот подобные мута, такие поменьше. В общем, самое главное, чтобы были небольшие бурлилки. И там обязательно стоит щука. Только вот никто не обещал, что она будет клевать. Посмотрите, какое местечко. Просто идеальное. Вот тут вот статик кидать и туда, и вниз. Здесь не может быть никого. Просто не может быть. Особенно туда, посмотрите. Но я удивлен. Клевать не хотят. Хотя, ну просто видно, что здесь точно стоит кто-то. Активность сегодня прям, мягко говоря, страдает. Да вообще вот крайние две рыбалки почему-то очень слабо. Я думаю, это связано с тем, что греется уж больно быстро воздух. Ого, есть! Вот это уже хорошее. Ух, какой, о! Вот смотрите, на этот красавец. Хорошая. Ну и как мне тебя брать? Спиннингом я точно ее не подниму. Прямо на виду схватило. Так, ну давай, погуляй, устай. Так, и куда тебя выкидывать? Угу. Хороша, да? Не, не трожь. Чё ж платаешь? Ага. О! Хороша. И отвалилась. Ну, такая, кило 300, наверное. Кило 400. Кило 200. Ну, чуть-чуть не угадал. Ну, вот она. Взяла красавица эта. Как же мы ее долго ждали, а? Ужас. Вообще не было поклевок толком. И получается, как интересно. У меня плетенка перехлестнулась через вот ту камышину.
и сама приманка поднялась. И в этот момент она просто на виду схватила. Я сперва даже не поверил. Да, кстати, у нее кто-то есть. Попробуй. Тихо. Жестко так, да? Пообедала. Ага. Так. Пускай плывет. Красивая, зараза. Класс. Ну, я уже довольный. Спиннинг отработал. Хорошенько. Прям очень хорошо. Вряд ли уже что-то здесь будет. Но я надеюсь, еще кого-то сегодня поймаем. Ну, я прям воодушевился. Даже адреналинчику хапнул. Класс. Особенно на тоненький спиннинг с таким тестом. С такой бороться одно удовольствие. Я даже не представляю, что будет, когда головля поймаю. Особенно если хорошие головли. И интересный момент. За счет строя спиннинга мне фрикцион вообще не понадобился. То есть вот это вот сейчас покажу. Вот это отдавало сколько надо щуке. Поэтому фрикцион толком не крутился. Хотя и послабил его. Время уже обед. Я думаю, пора перекусить. Серега взял вон колбаска, хлебушек, лук, соль. Единственное, что у меня осталось. О, есть уже? Крупняк. Ну, это не наш размер. Наш размер более крупнее. Пим-пим. Вон уже дождь уже начинается потихоньку. Видно такая дождевая туча. И там как бы не накрыло. Ага, отвлекся называется. Есть наконец-то, но не крупная. А вообще мелочь. Так, аккуратно. Ой, и шнуробас, и то я уж довольный. Да, сегодня щука просто в отказе. Вчера было плохо. Сегодня еще хуже. Ну ладно. Еще кого-то сегодня должны поймать. Хочется что-то под килограмм или крупнее. Уже разбили силиконку. Вообще кошмар. Но самое интересное, кидал я вниз по течению. Вон там. Вообще не было поклевок. Есть. Ого. Нифига себе. Вот это да! Да это ты уперлась! Вот это он дала! Хорошо! Фу! Я аж испугался! Так, и главное, закончик висит. Так, получится припарковать тебя. Давай, еще чуть-чуть, еще рывочек. Давай, еще. Ладно. По-моему, уже можно. А, вот она. Фу. Вот это хороша щукенция. Ну что она мне вытворяла? Я думал, все, спиннинг сейчас все. Фу, вообще класс. Только рассказывал за маленькую такую поклевочку, щипочек, тюнь-тюнь, забросы, на. Сейчас, вот она. Прошло 30 секунд. Вот она. Класс. Ну, тут железная полторушка. А если не верите, сейчас покажу. Ну, пожалуйста, отпущу же. Кило 450.
Ладно, не дотянуло. На 50 грамм вас обманул. Ну, как обычно. Плыви, хозяйка переката. Вон она ушла. Акваслим рулит, которого уже у меня скушали. Или улетел непонятно куда. Ну, вроде при улаживании я видел, что он еще висел на щуке. Ладно, будем заканчивать рыбалку. Сегодня рыбалка, ну, жутко прям трудовая. Всего лишь 4 хвоста у меня и 4 хвоста у Сереги. Зато какие! Полторушка, килушка, ну и 2 шнурка откровенно. Полторушка для этих мест, это на самом деле, это трофей, можно сказать. Все же такой рычаек. Не знаю, сюда приеду или нет, но мне очень нравится здесь ловить и очень приятно. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока!